Да, если хорошо с этой штучки получится, то вообще прям можно пальцы. Вообще. Положил ее. То есть самое главное, на нужную высоту ее дернуть. Да. Не хцешь себе модную кислотную. Прикольный мурал какой. Запечек.
Давайте, да, пока. Не пластик. Ведьмедь. Недведь. А он есть че. Он есть че. Недведь. Ой, Мурчи. Продалась в рабство за так. Что-то полезло, как обычно. Отражается во всех шариках. Да. Я не знаю. А куда ты хочешь? Вообще, в принципе-то. Копернику. А зачем он тебе нужен? Не Копернику, а это... К Складовской. Да. Зачем он тебе нужен? А куда еще идти? Ну, не знаю. Я бы пошел, кошелек купил, все равно денег не потратил много. Можно, они же в конце заскочить и выскочить. Чё так денег мало взяло? Стерли. Стерли. Вон какой этот. Ишь ты. Ну, может, к этой к реставрации чего подготовили. Да уж, постирали. А это часы солнечные. Это солнечные часы. Хера себе, между 9 и 11 промежуток такой. Большой. Вон что-то стоит. Какие-то штуки, малыш. Кто-то тут цемент узлами завязывал. Ну, что это такое? Кто мне скажет? Ну, это, наверное, голова и чья-то паховая область. Да. Вот так и живем.
Вот эта вот дверка, для кого она эта дверка? Для электричества. Не дотыкай. Ну да, устройство электричнее. Ну это ладно. Он там Ивановский окна, жил где-то. А окна? Как окна? Ну да. Окна. Причем деревянные. Угу. Какой ветерочек тут с речки-то нехороший. Туман. Много там того робота. А це ж так. Перші машинки. Паровоз. Моя ёлка паровоз. Папа новый. Слоник прикольный. С большой жопкой. Да? И? Вот можно было бы. А даже ключу. Делался я, не знаю. Брось, лягушки такие смешные. Там по лягушкам прикалываешься, а я тебя тут жду стою. Попугай такой красивый, синий. Попугай. Попугай. Я понял.
свидания. Есть, к морде подставила, а хрип начала. Прикольный кадр, наверное, будет. Я главное, к ней к морде так нахуй. Вон камешка сколько было. Да, да, они здесь так много. Ну прям это, да, речи вино хорошо согревает. Да уж. Мне даже чуть-чуть накатило. Ну, особо не накатил, но тепло. 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 Такие же самые заставки. Ну да. О, все, эти включили иллюминацию. Ну вот, посмотрим, как палочка вечером снимает. Он интересно снимет же она понтонным, не понтонный, а этот. Ой, далеко больно. Нет, не, ну все равно видно же. Ну посмотрим. Нам нет, ну точно палки видно. Не факт. Посмотрим. Ой, теперь хоть есть куда мелочишку положить. Там будет впереди коридор, посвященный, через него пройти. Да, и песня одна и та же. Что у него там со связкой? Самый.
А там уже пластиковый, наверное, вставлен. Кукарекать сидит. Уже не видно. Кого? Теперь видно вот эти другие. И нету производства. Кого? Толк Куркунова. Чьи конфеты-то? Феррера. Феррера тебе не видно. Это ж, по-моему, те, кто эти делают. Белые, как они. Кокосовые стружки. Ну, по-моему, же это же они. Они же, по-моему, полицевают, сколько Феррера. Нет. Ну, смотри, Вендель, специализированный магазин. Но как-то вот плохо он разрекламирован. Ни о чем. Крепление рюкзачное 500 злотых стоит. Ничего себе. Но оно не рюкзачное, оно как, ну, лямки. Лямки и вот жесткая вставка для палки, короче. Ну да, дохера. Потому что вот, ладно, там эта длинная трехметровая палка 500 злотых. Ну, да, да. Еще она там, карбон, там хуён там. Там крепление, там то всё. Не, ну там тоже крепление. Я понимаю, держалка этой безопасность. Ну и вообще, чтобы не раскручивалось, не ломалось. Ну да. А тут-то чего? Два ремешка и крепление. Охренеть. Это ж просто крепёжка, да? В неё вставляется палка, да? Ну, она вроде как... Вертикалку. Ну, да. Ну, она вроде как, там, чтоб не моталась, чтоб держала, там, вся херня. Нет, так прикольно было бы. Ставил... Да, ну, всегда видишь, что полиция такой источник для вытраты бабла. А кто его не находит? Чего? Кто его не находит-то? Ничего себе. Полициантов собралось. Коридор. Thank you.
Administration. Ничего себе, бутерброды вот такие. Ага. Кауфландовские, ходячие. Светящиеся. Светящиеся. Китайчики прыгают тут. Оп-оп-оп. Цин-цин-цин. Цин-цин. Они уже так устали. И ветер прямо держит. А. Ну а что ему держать? Много не дует. Хорошо. Как же белый называется?
Не помнишь? Я не помню. Она же типа экшн-камера. Постоянно, кто на велике, кто на мотоцикле, то ей там обдувается, да. Так что это наоборот хорошо шоу. Ну, может, он в магазин ходил. Порадуги вон херовина побегает. По дуге. Маленько сэкономить решили электричество. Заканчиваю хуйню заниматься. И тут веером.
женщин повисло. А, можно, да, что тут идти-то. Ты ж посмотри, через сколько. А как? Ну, я сам не знаю. Дзенкуєму за оглядання. Дзенкуєму, дзенкуєму. Щасливих свят. Щасливих. Щасливих.